Да, всем привет. Сегодня бьем мобов и продвигаемся по квестам дальше. Эти вроде станет, насколько я помню. Какой сильный удар. Так, ты третий, значит, шестой. Кролики очень сильно, они кровотечение вешают. Мы прямо офигеем, если начнем бить кроликов. Дети летающие. Обезьяны. Обезьяны с копьями летающие. Значит, кролик первый ходит. О, ранение 1000. Красота. Минус кролик. Это очень больно. Непонятно, как их убить. Без этого. Без защиты от кровотечения мы их не убьем, скорее всего, слишком большой кровоток. Просто ПХП не вывезем. Да и мартышки эффективнее, они 15 уровня. А, эти еще и замешательство вешают. У нас, кстати, есть замешательство иммунитет. Замешательство это интеллект, вроде, насколько я помню. Вмешательство разум, да. Ну, у танков разума нету, поэтому он минимальный 3 единицы. Поэтому его лучше снять. Так, а что у нас по этому, по экипировке вообще в целом? Так, маг, ну, ага, замешательство у нас не одето. Кофе есть какой-то, кружка Эля называется. Но она фиолетовая, ее трогать-то не стоит. У нас есть огонь, есть замешательство. Так, тут, наверное, надо на танка замешательство повесить. Хотя нет, наверное, лучше замешательство на этом на хило. Так, этот урон качан. Защита 2. Ой, много не надо, нам 3 штучки хватит за глаза. Они же из замешательств, вот опять же. Кинул замешательство. А маг ходит. О, понятно. Маг ходит 7. Ну,
Ну давай, маг, ходи уже. Ну слава богу. Критический удар не выдается, хотя 46% шанс. Вообще на карте где находимся? На многогранных островах, на воздушных доках, тут все рядом. У нас есть канализация квест. Второстепенный пройдем, наверное, сегодня. На вторичку мы больше люблю, поэтому пройдем вторичку сегодня. Сейчас добьем. Этих пробьем вторичку. Я надеюсь, там не волны будут. 15. Нас по инициативе сделали. Чешуи. По идее, замешательство кидают эти магические существа. Поэтому ничего удивительного. Класс. Чем у тебя за статы, хоть расскажи мне. Давай сначала уберем, чтобы не выпендривалось. Так, 15 уровень, 7 тела, 5 разума. Так, маг опять седьмой ходит, да? Значит, нам не дали. Массовая слабость. Свиток дали еще один, это хорошо. Палча. Минус 6 боди. Ты серьезно? То есть ты снял слабость минус 6? Серьезно? Да. Как ты это сделал, если у тебя тело 7? А он снимает с шестерки. Да. Игра прям поражает. Маг постоянно седьмой ходит. Красота. Сколько у него инициатива? Инициатива 5, 7, 4, 3. Я так и подумал. То есть воин с инициативой 4 ходит раньше мага с инициативой 5. Я так и подумал. Так, так, так. Зелье исцеления, это неплохо.
Не того ударил. Сейчас все снимет себе. Надо бить шестерку, потому что маг пятый ходит. Мы так больше урона получим. Да, если у нас еще попадет этот ниндзя с критом-то. Попробуй снять слабость. Я просто посмеюсь над тобой. Ее снять не получится, у тебя не хватит. У нее, у этой мартышки, сила, так называемое телосложение. Кстати, мы пробили 7, а паладин снимает на 6. Они вообще слабость снимать не должны. Потому что как они единицу могут снять? Так. Кровоточащих кроликов бить, наверное, не будем, слишком больно. Урон по 1000, это прям вообще капец, как больно. Тут сразу половина отлетает. Особенно если они застакают урон, это вообще финиш будет. Квестик пройдем. Заблудились, класс. Вы получаете новые уровни. Эти полеты очень приятный опыт. Вы понимаете, что облака изменили ваш курс, и вы приземляетесь на незнакомом острове. Класс, мы нашли затерянный остров. Заметно. Вы, судя по всему, летели на самолете, раз он разбился. А вон корабль, что вам мешает уплыть с него? Непонятно. Нам нужна защита от кровотока для танка хотя бы. Потому что если его будут бить кровотоком, нам будет очень тяжело. Кровоток по 1000 там, то есть вообще. Это что такое? Вы нашли в песке повязку на голос, утечься от магической энергии. Она и выглядит круто, и помогает не перегреться. Что за повязка? Невосприимчивость к ярости. Сомнительное решение. Ну, лучше так, чем ничего вообще. Ух, нифига нас отбросило. Ёлы-палы. И тут пираты, да? Ну, пиратов мы где-нибудь в другом месте побьем. Мы вообще шли в канализацию. Стой. Надо дропнуть лишнее. Ярость оставим. Агр минус. Это минус. Фиолетовый минус. Этот минус. Светка там тоже пока минус. Так, идем в канализацию. У нас тут квест какой-то. Большая ночь в большом городе. Победите волны в организованном бой 20 уровень. Давай, Робин Худа, вы как раз вовремя, отважные герои. Сигнал дан, моя армия воров вышла из канализации, чтобы вступить в бой с крутыми бандитами за власть над большим городом.
Отлично, удачи. К сожалению, сразу за навес канализации вышла свежая партия тамошних ароматных чудовищ. Они пожирают местных жителей. Не могли бы вы избавиться от ужасных чудовищ из канализации, пока гильдия воров занята крутыми бандитами? Спасибо вам огромное. У него сомнительные приоритеты. Без этого, без дебафа канализации, ну это будет быстро. Без дебафа канализации это будет быстро. А, погоди, он это же волны. Блин, это тяжелее получается. Получается, если у нас ниндзя попадать не будет, мы просто будем офигевать тогда. На ваш отряд напали. Напали на наш отряд. Так, надо танка лечить. А огонь не прокинулся. А, ну у нас мы по инициативе проиграли, ясно. Как обычно. Я даже не удивлен. Так, подожди, ты у нас шестой, седьмой. По идее, надо самого вот этого, самого сильного шлепать. Так, убрали самого сильного. Теперь самого слабого. Огонь. Хилим. Слабость. Кстати.